Всех приветствую, дорогие друзья, дорогие рыбаки. Сегодня мы с вами сплетем такую интересную черную обманку, но из чисто рыболовных нитей. Да, это, конечно, то еще удовольствие их наматывать, они тонкие. Но оно того стоит. Нет, эта муха очень перспективная. Всегда работала, даже тогда, когда, казалось бы, ситуация безнадежная. Хариус был неактивен. Вот как один раз в июле я рыбачил. Вот нынче. И за буквально часов 6, но поймал штук 5 всего. Ну, казалось бы, а сделаю я вот такую муху. Черная, все как полагается. Но будет обмоточка красненькая. И что вы думаете? За час почти набил целый пакет. Такой магазинный, не кулек, а нормальный такой. И вот что-то я сегодня про нее вспомнил, думаю, а сделаю. Как раз чтобы было на следующий, как говорится, сезон. Муха без хвостика, просто с таким вот сюрпризиком. Все, формируем теперь тельце. Да, это не моими швейными нитками толстыми вязать. Пока сформируешь тельце, рука отвалится, пока будешь наматывать. Ну зато такая ничего красивая получается. Муха не должна быть такой вот, как я до этого вязал, мухи толстенькие. Это наоборот, она идет такому худенькая. Некоторых нимфами, наоборот, даже называют. Так. И теперь такой козырный момент.
Все, ниточку закрепили. Все, ниточку можно убрать. Муха, кстати, получилась достаточно крепкая. Что при поклевке хорошего хариуса она не разэтывается. Ну, как бы те мухи у меня нормально держались, но это прям вообще исключительно крепкая.